Так, смотри-ка, мы сегодня едем на экскурсию в заброшенный кинотеатр. Вот синема. Синема. Так, да, вот этот заброшенный кинотеатр. Говорят, что там обитает монстр из кинотеатра. Но я в это не совсем верю. Так что давай заходим. Так, заходим. Так, вот мы пришли в этот заброшенный кинотеатр. Посмотрим, реально тут монстр из кинотеатра или обитает. Я, конечно, в это не очень верю, что тут такой монстр обитает в этом кинотеатре. Да, тут даже... Тут... Да, Марика, тут... Ты тут кино не посмотришь. Идем. Кино тут... Это кинотеатр. Блин, куда идти? Ну, давай сюда пойдем. Не, давай не будем разделяться. Вдруг этот монстр кинотеатра как напрыгнет на нас. Смотрите, там текстурка. О, посмотрите, что здесь. Этот, похоже, из 506 был. О, тут тоже комната какая-то. А, это мы отсюда пришли. Что это там такое? Откуда оно? Так. Где-то близко был монстр из кинотеатра. Я лучше пойду отсюда. Так. Стрёмный в этом. Кто это? Я случайно. Я уже подумала. Так, тут тоже что-то есть. Спускайся. Ой, я ее забрал. Но она мне нужна и так. Да, что-то здесь. О, давай сюда пойдем еще. О, тут что? Так. Да, интересное местечко. Так, отсюда мы пришли. Ребята, тут какие-то лабиринты. Где этот монстр из кинотеатра? Так, Марика, возвращайся обратно. А, нет, пошли вот тут синюю в комнату. Может, там этот монстр из кинотеатра. О! Все, сюда. Где-то на карте было написано, что он где-то здесь обитает. Так, теперь на низ. Тихо. Тихо, подожди. Вот он! Марика! Монстр из кинотеатра! Беги! 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 Давай его будем убивать! Давай, бери какое-то свое оружие! Я с оружием, я с оружием. Убивай его, убивай! А, какой он стрёмный! А, бежим, бежим! Бежим, бежим! Блин, Марика, где ты? Мы потеряли! Вы видели? Что это? Марика, реклама. Ой. Вы это видели? Монстр из кинотеатра. Настоящий. Ёлки-палки, а почему у него части тела не было? Вы заметили, у него не было, у него только одна голова торчала. Видишь, ты где? Марика, мне стрёмно. Фух, вот ты где. Марика, ты этого монстра из кинотеатра видела? Так, держи оружие, оружие бери себе. Вот я лук возьму. А, это ты? Нет. А! Марика! А! Так, все, Марика, валим отсюда. Где выход из этого кинотеатра? Блин, все, Марика, мы тут потерялись. Так он где там? Вот он! Давай, выходим! А, закрыто! Закрыто! Блин! Чтобы его. Чтобы тут выйти, надо сразиться с монстром из кинотеатра. Мы вот сейчас убьем. Так, кто-то запомнил путь? Сюда. А, вот сюда вот мы пошли, в эту комнату. Мы пошли в синенькую комнату. Ты где? Да, теперь. Потом мы пошли вот сюда, в эту дырку. Я тут. Да, потом мы пошли сюда. Так, а может монстр из кинотеатра уже не там, а где-то? Может он уже здесь? Так, никого не вижу. А, вон он, посмотри, выглядывает. Давай, я его убиваю, давай. Маленько, он выглядывает, быстро, валим. Не бойся, убивай его. А, вот он за
гонится. Бежим! Блин! Надо его убивать! Ты где? Вон он! Бежим! Марика, ты его убила? Да. Вот! А как он здесь оказался? Я помню, он же был бы там! Вон он! Вон он! Давай убиваем его отсюда! Получай, Марика, давай убиваем! Ура, мы его победили! Он исчез, мы его победили, все, можно бежать отсюда. Так, где выход? Где выход, блин, где выход из этого кинотеатра? Хоть монстра уже тут нет, надо найти. Ну, надо выход. Так, сюда. Да, что-то я припоминаю. Ой, блин, Марика, тут туман. Так, теперь в эту комнату идем. Все, и вот тут вот, да, вот тут вот выход. Где выход? Вон выход, смотри, я тебя жду. Я тебя не кину здесь. Вдруг ты можешь... Посмотри, там что-то... Там дым. Ой, Марика, дым. Один выход, дым. А дальше дым. Оно не откроется, поэтому... Дым, там что-то... Сбегаем отсюда, сбегаем, открывай. Так, ну все, Марика, бежим из этого кинотеатра долбанного. Так, я его надо взломать. Я его сейчас немного тут поломаю. Опа. Марика, слезь. Блин, куда ты? Слезь, быстро. Залазь. Марика, да я должен за рулем сидеть. Так, залезай давай. Все, едем из этого кинотеатра. Уи!